Всем здравствуйте! Вы на канале Солнечный дворик, и с вами я, Елена Бородина. Погода у нас творит чудеса. Ночью проснулись, валит снег. Утром все завалило. Ну, конечно же, я вам сняла. Кто не видел эту красоту, я поставлю видео в рекомендованное. Вот, смотрите, ссылка выше. А вот сейчас 12 часов дня. И все уже растаяло. И посмотрите, какая красота. У нас яблонька распускается. Помните, я в прошлом году показывала красивые красные яблоки? У нас 6 лет назад вот эта яблоня сломалась. Мы ее отпилили. И пошел у нас росточек. И этот росточек за 6 лет превратился вот в такую большую яблоню. Ну, как отпиливать, как ее отстригать, мы не знаем. Поэтому вот она у нас такая заросшая. Ну, а я вышла уже к кроликам. И мне надо идти поставить маточники. Сейчас я их обожгу. И в клетке, вот видите, что пробен у меня тут. Не сшиб пионы. Он один уже сшиб. Поэтому я вот так вот покрыла ящичком. Так, о чем я? А, я о кроликах. Сейчас обожгу им гнезда, поставлю маточники гнезда, и мы с вами проверим. То есть саму клетку дадим сено. Если они будут таскать сено, я думаю, уже должны, то точно будут кролиться. Ну и, конечно, будем эти дни наблюдать, как у них там дела. Строят они нам гнездо или нет? Смотрите, какое красивое солнце, какое красивое небо. Ну все, идемте делать дела. Вот так я обжигаю. Вот. Весь пух удаляю. Обеззараживаю. Ветер дует. Даже не видно от солнца, есть огонь или нет. Сейчас Файке дам траву. Вы представляете? Я в сене нашла полынь. Какая прелесть! Съедят кролики полынь, и глистов не будет. И эта полынь мне, кстати, напомнила, что у меня время глистогонки. Я в конце апреля все маточное племя глистогоню. Ну и что ты? Будешь кушать? В зубках не будешь таскать сено? Эх ты! Так, сейчас тогда идем. Кому Белки, а это Файка. Ну дай-ка я твои бока посмотрю. Ну, бока хорошие. Или нет? Кто скажет, хорошие или нет? Дай потрогаю. Да моя хорошая. Хорошка моя. Хорошка. Ну-ка. Ну-ка. Хорошие бока. Или жир, или дети. Если жир, то на пельмени. Кстати, вот у меня смесь была серый великан и белый великан, которая 9-месячная. Ой, сколько там жира. Какой ей было рожать? Конечно, она рожать бы не стала. У нее внутри и почки, ну все. И даже матка заплывшая была жиром. Вот переходила, чуть перехаживают крольчихи, жиреют, и они уже никак не могут носить детей. Если даже что-то завяжется, то у них развяжется. Тушка была 4 килограмма. Ну, я бы сказала, немного для 9-месячного кролика. Ну, сейчас она в виде фарша будет. Я вчера обрезала. Накручу фарш и будем есть пельмени. Вот видите, у вас, наверное, настроение падает.
на такую тему, когда говорю. Но это жизнь. Смотрите, смотрите, как Файка поглощает сено. Сидят на комбикорме, не едят сеном, а как увидят, так и начинают. Даже из маточника и то едят. Так, а мы сейчас дадим Белке сено. Гнезда я уже сено положила. Сейчас я обожгу маточники и поставлю им гнезда. Первый рожает у нас Белка, а потом Файка. Это мы уже у клетки Белки. И дадим ей сено. Ну, что ты будешь с ним делать? А, красавица? Будешь есть или бегать с ним? Гнездо искать, как строить? Опа! Опа! Видите, что мы делаем? Мы будем строить гнездо. Мы уже таскаем сено. Значит, ей вовремя я несу гнездо. Смотрите, мне так нравится этот момент. Палочку, конечно, надо съесть и перегрызть. Но сейчас мы обожгем ей маточник и вернемся посмотреть, что она тут делает с сеном. Вот в таком неприглядном виде у нас сейчас маточник. И сейчас мы его почистим. Сначала я все смету, а потом обожгу. Вас я задерживать на этом не буду. Выключусь. С особой тщательностью я обработала этот маточник. И потолок, и все стены обожгла. Потому что мы же сюда Белку посадили только что. И здесь она еще не рожала. И в маточнике везде пух от другой крольчихи. Поэтому все обожгла. И теперь здесь чисто. Кстати, меня просили снять мои маточники и гнезда. И показать все размеры. На этой недельке у меня много съемок. Мне надо эстафету снять, которую мне передал Эдик из куры в мегаполисе. И как раз маточник. Сниму все размеры, все покажу, как он прикрепляется, как закрываются дырки, какие размеры. Так что ждите. Кому это надо? Поставила я гнездо, положив туда кучу сена. Закрываю. И идем посмотрим, что там делает Белка. Вот посмотрите, у меня все руки белые. В прошлом году взяла я акриловой краской. Покрасила маточники. Красоту навела, теперь сама вся белая хожу. Ну, посмотрим, куда она таскает сено. Да моя хорошая. Действительно, она во рту таскает сено. Это первый признак, что сейчас она будет строить гнездо. Ты что, меня боишься? Бери, бери сено в ротик, таскай его. Показывай мне, что тебе пора гнездо ставить. Ну все, моя хорошая, открываю тебе маточник, иди строй гнездышко. Я уже знаю, что ты будешь рожать. Стоит у гнезда, ждет. Сейчас откроем. А это гнездо я поставила Файке. Уложила туда тоже сено. Сейчас закрываю и открываю ей сразу доступ. Я смотрю, она тоже уже сидит у гнезда там, ждет. Вон, Файка смотрит, заходить, не заходить. Конечно же, зайдет. А по соседству с ней Белка.
Тоже еще не зашла. Прошло 4 часа, и я хочу посмотреть, как крольчихи готовятся к окролу. Вот это Белкино гнездо. Вот видите, она уже пух сюда даже таскает. А вон там сделала углубление, как гнездышко. Молодец, Белочка. Будет рожать. Уже готовится. А это гнездо Пайки. Сейчас и сюда заглянем. И что у нас там? Вроде углубления еще нет. Да нет. Есть углубление. Видите? Пуха, конечно, еще нет, но ей еще и рано. Она на день другой попозже будет рожать. Ну вот я немножко успокоилась. И Файка вот эта вот. И особенно Белочка. Все у них в порядке. Я специально выжидала и хотела посмотреть, что же они там будут делать. А я заканчиваю сегодняшнее видео. Теперь вы посмотрели, как они готовятся к окролу и как готовлюсь я. Вы посмотрите, уши у Белки все черные. Я обожгла маточник и гнездо, и там была сажа. Вот видите, какая у меня красавица. Ну все, вы были на канале Солнечный дворик, и с вами была я, Елена Бородина. Пока-пока!